Doy ahora la palabra al excelentísimo señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, мы встречаемся в непростой драматический момент. Кризисные явления нарастают. Положение в области международной безопасности стремительно деградирует. Вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями. Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола. Негативные тенденции в концентрированном виде мы наблюдаем в стенах ООН, которая появилась на обломках германского фашизма и японского милитаризма и была создана с целью содействия развитию дружественных отношений между ее членами и предотвращению конфликтов между ними. Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли этот порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым правилам, выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир, мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма. Россия твердо выбирает второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь. В прошлое уходит однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы так называемого «золотого миллиарда», чье сверхпотребление столетиями обеспечивалось за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры. Однако объективные геополитические процессы воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению. США и их союзники хотят остановить маховик истории. Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на земле, у которого нет обязательств, а есть только священные права безнаказанно действовать, как и где угодно. Зоной этих действий может быть объявлено любое государство, особенно если оно чем-то не угодило самопровозглашенным хозяевам мира. Мы все помним, как под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан. Хоть в одной из этих стран разве были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или языки других стран-членов НАТО? Запрещали западные средства массовой информации, культуру? Разве объявляли англосаксов нелюдями, применяли против них тяжелые вооружения? И каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? Улучшение ситуации с правами человека и верховенство права, стабилизация социально-политической обстановки, рост благосостояния населения. Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше. Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации – либо с нами, либо против нас. Третьего не дано, никаких компромиссов. Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств. На июньском саммите НАТО в Мадриде этот, как он сам себя называет, оборонительный альянс провозгласил неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона. Под лозунгом индо-тихоокеанских стратегий создаются закрытые форматы,
подрывающие всю складывавшуюся десятилетиями вокруг ASEAN открытую и инклюзивную региональную архитектуру. В дополнение ко всему затеяли игру с огнем вокруг Тайваня, обещая ему к тому же военную поддержку. Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой задний двор. Инструмент принуждения несогласных – незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушении устава и задействуются как инструмент политического шантажа. Цинизм этой практики очевиден. Рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию. Вопиющим примером является длящаяся более 60 лет американская блокада Кубы. Генеральная Ассамблея давно и настойчиво, подавляющим большинством голосов, требует ее немедленной отмены. Генеральный секретарь, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генеральной Ассамблеи, конечно, должен уделить особое внимание этой проблеме. Генеральному секретарю принадлежит особая роль и в мобилизации усилий по преодолению продовольственного и энергетического кризисов, разразившихся в результате бесконтрольной денежной эмиссии в США и ЕС во время пандемии и безответственных, непрофессиональных действий Евросоюза на рынках углеводорода. Вопреки элементарному здравому смыслу, Вашингтон и Брюссель усугубили кризисную ситуацию, объявив экономическую войну против России. В результате рост мировых цен на продовольствие, удобрения, нефть и газ. Мы приветствуем усилия генерального секретаря, способствовавшие заключению стамбульских договоренностей 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные Соединенными Штатами и Евросоюзом финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта удобрений и зерна так до конца и не сняты. Кроме того, мы уже не первую неделю напоминаем, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах и давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки. Но Евросоюз не реагирует. Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины. В чем же в реальности действия России за последние десятилетия ущемляли интересы оппонентов? Может быть, нам не могут простить, что благодаря позиции нашей страны стала возможна военно-стратегическая разрядка 1980-90-х годов? Или что мы в свое время добровольно распустили организацию Варшавского договора, лишив НАТО смысла ее существования? Поддержали воссоединение Германии без каких-либо условий и вопреки позиции Лондона и Парижа? Вывели вооруженные силы из Европы, Азии, Латинской Америки. Признали независимость бывших советских республик. Поверили обещаниям лидеров Запада не расширять НАТО ни на дюйм в восточном направлении. А когда процесс пошел, согласились его фактически легитимизировать посредством заключения основополагающего акта России НАТО. Может быть, мы нарушили интересы Запада, предупреждая его о неприемлемости приближение угрожающей военной инфраструктуры вплотную к нашим границам. Арогантность Запада, американская исключительность приобрели особенно деструктивный характер после завершения Холодной войны. Еще в 1991 году заместитель главы Пентагона Пол Вулфовиц в беседе с командующим Объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларком откровенно признавался в том, что, цитирую, «После окончания Холодной войны мы можем использовать наших военных, не боясь наказания. У нас есть 5, возможно, 10 лет для того, чтобы вычистить эти суррогатные советские режимы, такие как Ирак и Сирия,
пока не появится новая сверхдержава, способная бросить нам вызов. Конец цитаты. Уверен, что когда-нибудь из чьих-нибудь мемуаров мы узнаем, как конкретно выстраивалась американская стратегия и в отношении Украины. Впрочем, планы Вашингтона и так очевидны. Возможно, нам никак не могут простить, что по просьбе Соединенных Штатов и Евросоюза мы поддержали договоренности тогдашнего президента Украины Януковича с оппозицией об урегулировании кризиса в феврале 2014 года, договоренности, которые были гарантированы Германией, Францией и Польшей, а наутро были растоптаны главарями кровавого госпереворота, унизившими европейских посредников. Запад лишь развел руками и молча наблюдал, как пучисты стали бомбить восток Украины, где отказались признать результаты госпереворота, как его организаторы возвели в ранг национальных героев нацистских приспешников, причастных к зверским этническим чисткам русских, поляков, евреев в годы Второй мировой войны. Мы что, должны были мириться с курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, российских средств массовой информации и культуры, с требованиями изгнать русских из Крыма, объявлением войны против Донбасса, жители которого и тогдашние, и нынешние киевские власти провозгласили не людьми, а существами, устами своего высшего руководства. Может быть, Россия нарушила интересы Запада тем, что сыграла ключевую роль в прекращении развязанных киевскими неонацистами боевых действий на востоке Украины, а затем требовала выполнения Минского комплекса мер, который был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в феврале 2015 года, но похоронен Киевом при прямом участии Соединенных Штатов и Евросоюза. Мы многократно на протяжении многих лет предлагали договориться о правилах сосуществования в Европе с опорой на принцип равной и неделимой безопасности, затвержденной на высшем уровне в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В соответствии с этим принципом никто не укреплял бы свою безопасность в ущерб безопасности других. Последнее предложение о необходимости сделать эти договоренности юридически обязывающими мы внесли в декабре 2021 года, на что получили высокомерный отказ. Недоговороспособность западных стран и продолжение киевским режимом войны против собственного народа не оставили нам иного выбора, как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и начать специальную военную операцию с целью защиты русских и других жителей Донбасса и устранения угроз нашей безопасности, которые НАТО последовательно создавало на территории Украины, по сути дела, на наших границах. Операция проводится во исполнении договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими республиками на основе статьи 51 Устава нашей организации. Уверен, что на нашем месте так поступило бы любое суверенное, уважающее себя государство, осознающее свою ответственность перед собственным народом. Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожных и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди, по сути, лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков, уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки. Любому непредвзятому наблюдателю предельно ясно, для англосаксов, которые полностью подчинили себе Европу, Украина лишь расходный материал в борьбе с Россией. НАТО объявило нашу страну непосредственной угрозой на пути к тотальному доминированию США, а в качестве долгосрочного стратегического вызова определила Китайскую Народную Республику. Одновременно коллективный Запад во главе с Вашингтоном посылает всем без исключения остальным странам устрашающий сигнал. Следующим может быть любой, кто посмеет ослушаться.
Одним из последствий объявленного Западом крестового похода против неугодных становится прогрессирующий упадок многосторонних институтов, превращаемых США и их союзниками в инструменты реализации своих корыстных интересов. Эта линия насаждается в ООН, ее Совете по правам человека, ЮНЕСКО и других многосторонних структурах. Фактически приватизирована организация по запрещению химического оружия. Предпринимаются яростные попытки по недопущению создания в рамках Конвенции по биологическому и токсинному оружию механизма обеспечения транспарентности сотен военно-биологических программ Пентагона по всему миру, в том числе по периметру российских границ и на всем пространстве Евразии. О том, что эти программы отнюдь не безобидны, свидетельствуют неумолимые факты, выявленные на территории Украины. Видим напористую линию на приватизацию секретариата ООН, внедрение в его работу неолиберального дискурса, игнорирующего культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Призываем в этой связи уделить внимание, как того требует устав, обеспечению справедливого географического представительства государств-членов в структурах секретариата, не допуская засилья одной группы стран. Нетерпимая ситуация сложилась вокруг невыполнения Вашингтоном обязательств по соглашению между секретариатом и правительством США относительно обязательств страны-хозяйки центральных учреждений Объединенных Наций по обеспечению нормальных условий для участия всех стран-членов в работе ООН. Соответствующие обязанности этим соглашением возложены и на генерального секретаря. Инертность здесь недопустима. Не могут не беспокоить усилия отдельных стран, подрывающие прерогативы Совета Безопасности. Безусловно, и Советы в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям. Видим перспективы демократизации работы Совета Безопасности исключительно, хочу это особенно подчеркнуть, исключительно за счет расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Особо отмечаем Индию и Бразилию как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете при обязательном одновременном повышении профиля Африки. Сегодня как никогда важно, чтобы все государства-члены недвусмысленно, без оговорок, подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН в качестве первого необходимого шага на пути к восстановлению коллективной ответственности за судьбы человечества. Именно с такой целью в июле 2021 года была создана группа друзей в защиту Устава, соучредителем которой стала Россия, в которую уже входит два десятка стран. Группа ставит своей задачей обеспечить строгое следование универсальным нормам международного права в противовес пагубным односторонним подходам. Призываем всех разделяющих такую позицию присоединиться. И в этом контексте существенным позитивным потенциалом обладают движение неприсоединения, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, АСЕАН. Западные коллеги, агрессивно навязывая свое понимание демократии как модели организации жизни общества всем странам, категорически не хотят руководствоваться демократическими нормами в международных делах. Свежий пример – та же ситуация вокруг Украины. Казалось бы, Россия в деталях обосновала свою позицию, причем обосновывала ее несколько лет, и Запад провозгласил свое несогласие с нашей позицией. Но, казалось бы, пусть остальные члены мирового сообщества сами решают, какую позицию им занять – за одних, за других или позицию нейтралитета. Вроде бы так положено в демократиях, когда противостоящие друг другу политики отстаивают свою точку зрения и агитируют население. Но США и их союзники не дают никому свободу выбора. Они угрожают и выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно, требуют угрозами присоединиться к антироссийским санкциям. У них это плохо получается, но очевидно, что действия подобного рода США и их сателлитов – это никакая не демократия, а чистой воды диктатура, по крайней мере, попытка насадить диктатуру. Создается устойчивое впечатление, что Вашингтон и покорившаяся ему Европа пытаются сохранить свою ускользающую гегемонию исключительно запрещенными приемами. Сплошь и рядом методы дипломатии подменяются незаконными санкциями против сильных конкурентов в экономике, спорте
информационном пространстве, культурных обменах и в целом в сфере контактов между людьми. Взять ту же проблему с визами для делегатов на международные мероприятия в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Париже. Это ведь тоже стремление устранить конкурентов, не допустить альтернативные точки зрения в многосторонних дискуссиях. Уверен в необходимости защитить ООН, очистить Всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов. Именно этим подходом руководствуемся при продвижении в ООН наших национальных инициатив. Принципиально важно добиваться всеобъемлющего запрета на размещение оружия в космосе, на что нацелен российско-китайский проект международного договора, находящийся на рассмотрении конференции ООН по разоружению. Особого внимания требуют задачи защиты киберпространства, включая согласование в рамках рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи договоренностей о путях обеспечения международной информационной безопасности, а также разработку на площадке спецкомитета универсальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Продолжим оказывать поддержку Управлению по контртерроризму и другим антитеррористическим органам системы ООН. Будем и далее содействовать динамичному развитию отношений ООН с Организацией договора коллективной безопасности, Содружеством независимых государств, Евразийским экономическим союзом в целях сближения усилий на пространстве Большой Евразии. Россия призывает активизировать работу по урегулированию региональных конфликтов. Считаем приоритетными задачи преодоления тупика в деле создания независимого палестинского государства, восстановление разрушенной агрессией НАТО государственности Ирака и Ливии, нейтрализации угроз суверенитету Сирии, налаживанию устойчивого процесса нацпримирения в Йемене, преодоление тяжелейшего натовского наследия в Афганистане. Добиваемся возрождения в первоначальном виде совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обеспечения справедливого комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова. Многочисленные конфликтные ситуации в Африке требуют отказа от искушения делать их предметом геополитических игр с нулевой суммой и консолидации внешних игроков в поддержку инициатив Афросоюза. Беспокойство вызывает обстановка в Косово, Боснии и Герцеговине, где США и Евросоюз упрямо ведут дело к разрушению международно-правовой базы, воплощенной в резолюции Совета Безопасности 1244 и в Дейтонском мирном соглашении. Госпожа председатель, в эпоху перемен человеку свойственно искать опоры и утешения в мудрости предшественников, на чью долю выпали не меньшие испытания. По меткому выражению бывшего генерального секретаря Дага Хаммаршельда, помнившего ужасы Второй мировой войны, я цитирую, «Он был создан не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада». Эти слова как никогда актуальны. Они взывают к тому, чтобы все мы осознали свою индивидуальную коллективную ответственность за создание условий для безопасного и гармоничного развития будущих поколений. Для этого всем необходимо проявить политическую волю. Мы готовы к такой честной работе и убеждены, устойчивость миропорядка может быть обеспечена исключительно через возвращение к истокам ООНовской дипломатии с опорой на ключевой уставной принцип подлинной демократии – уважение суверенного равенства государств. Благодарю вас. Agradezco al ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia.